вот моя бы воля, я бы запретил этим юношам и девушкам идти прямо в пекло войны и рисковать своей жизнью, если у тебя нет действительно какой-то специальной профессиональной подготовки. Я понимаю, что важны отчеты прямо из этих горячих точек, но жизнь важнее. Мы проживем без непосредственного фоторепортажа, а вот тот, кто погиб, уже тех не вернуть. И мне это очень больно. Я бы не пускал. Ну, конечно, это дело выбора каждого. Я бы и солдат бы не пускал на войну, честно говоря. Дело личного выбора. Кто-то вот во что бы то ни стало хочет и сознательно рискует своей жизнью. Но он просто должен помнить о своих родителях, о родителях, если они у него есть, что трагедия, которую они получат из-за его, может быть, честного выполнения долга, ни с чем не сравнима. Не говоря уже о детях, если они есть. Поэтому я бы сделал все, чтобы предотвратить смерть. Если это возможно, предотвратить. А если уж кто-то работает, то предоставить ему, ну, как можно большую защиту для сохранности. Нет ничего ценнее человеческой жизни. Это молодые ребята, у которых все впереди. Они столько могут в будущем полезного сделать. Рисковать жизнью из какого-то одного репортажа? Да никогда.